Здравствуйте, с вами Светлана. И сегодня мы вместе с вами, я вместе с вами, вы вместе со мной, будем смотреть и делать мастер-класс предновогодний. Будем мы сегодня делать сладкую елочку. Сладкую, ароматную елочку из мармелада, которую можно поставить на стол, когда мы будем пить чай, кофе, когда рядом по соседству с этой елочкой появится купленный или испеченный торт, а может быть и пироженки. Но наша елочка будет звездой на вашем столе. Приступим к изготовлению шедевра. Ну что, приступим? Подготовка к Новому году. Для нашего мастер-класса нам нужен мармелад. Кстати, в пакетиках куплен в фикс-прайсе в магазине. Фольга тоже куплена в фикс-прайсе. Вот такая вот елочка из пенопласта куплена в магазине «Все для рукоделия». И шпажки. Итак, приступим. Так как у нас елочка из пенопласта будет соприкасаться с мармеладом, то есть с пищевым продуктом, мы должны как-то отделить. Берем нашу фольгу и мы ее обернем. Им елочку обернем. Это будет у нас как раз вот такой вот конус у елочки. Главное, чтобы она у нас стояла. Вот, видите, как даже ничего не клеить не нужно, ничем закреплять. Так, затем берем наши зубочистки. Елочки будем протыкать, но мы пополам эту зубочистку. Во-первых, это будет экономно. Во-вторых, такой длины нам зубочистка не нужна. Итак. Будем начинать снизу. Рисунок можно у елочки сделать прямой. Можно, как это называется? Спиралью. Спиралью. Но мы будем делать, чтобы быстренько, чтобы не время не тратить, мы будем по прямой. Сначала зубочистку, потом на зубочистку мармеладку. Зубочистку, мармеладку. Опять пополам. Ну, заготовить можно уже заранее зубочистки пополам. Зубочистку, мармеладку. И так мы будем заполнять весь наш конус елочки. Я решила сделать все-таки елочку разноцветную. Так как я купила разноцветные там были. У кого, если будет мармелад одного цвета, можно сделать, чтобы она была одного. А у меня вот в упаковке было разноцветное. Вот. Ну, вот так вот она получается красиво.
такая вот. Осталось нам совсем немножечко. Так, дальше, я думаю, мы сейчас зелененьким пройдем рядом с фиолетовым. Так, у нас уже заканчивается и мармелад, и место, куда можно заполнять мармелад. И получается у нас елочка нарядная в гости к нам пришла. Я думаю, такую елочку можно поставить на сладкий стол, когда уже чаепитие. Можно такую же елочку, я думаю, сделать и на Рождество. Потому что Рождество — это тоже светлый такой праздник. Какую взять нам? Ну, возьмем беленькую, чтобы она здесь. Вот, вот такая елочка у нас получилась. Так, поставим мы ее. На вот такую подставочку. И вот я думаю, нужно украшать макушечку или нет. Давайте попробуем украсим макушечку. Нужно ли здесь мармеладик или не нужен? Наверное, красненьким, так как все-таки макушечка. Да, да, макушечку можно. Вот. Естественно, перед этим мастер-классом нужно помыть ручки, помыть стол, за которым все это будете делать. И желательно иметь еще влажные салфеточки рядом на столе. Также подставочку вы можете сделать разную, любую, какую вы хотите. Зажечь свечи по нашему мастер-классу. Или зажечь настоящие свечи. Но я думаю, очень симпатично получается, если ее вот так вот покрутить. Она же у нас идет по спиральке. Ой, а аромат, поверьте мне. Ой, красавица, красавица елочка. Вот под такую елочку можно положить к чаю еще и подарок. Допустим, сюда коробочку с бриллиантовым колечком, с жемчужным ожерельем или просто... Просто спасибо от родных, любимых людей. С наступающим вас Новым годом, дорогие мои подписчики. Пока-пока. С вами была Светлана.